Прости меня, грешник. Все, выходим на улицу. Так, все снимай, не нажимай. Володя. Володя.
принеси, вам не принеси. Вот. Я не знаю. Он там выходил, наверное, на вокзал. А, на вокзал? Это рано ему на вокзал. Так что, машина подгонять? Я не подгоняю. Слава Богу. Подъезжай сюда. А Епископ вышел? Да. Нет, я думаю, нет. А в прошлый раз помните, мы здесь дождались его, Епископа? Я узнала лично. Вот он тут где-то там. Ну и Павлович. А мать? Я вот тебе говорю, он встать тебе с тобой. И помоешь, что это такое? Возьми его на 10 минут. Вы еще будете митрополита ждать, нет? Ну, может, сейчас он подойдет. А ты вокруг пока проходи там, займи там, чтобы не перерывал. Там матушку маленько так походи, издаля попробуй, а потом сразу быстро подойдешь, чтобы видно было там что-то. Вот я договорился с Сергеем, вот я приеду. Угу. Помоешь, ну там отдохнешь. А ты мне, если придешь, а сразу же 6 часов. А сколько дней? 4 дня. Да ну, да ничего. Да ничего. Не знаю. За 4 дня-то ничего. Ну как это, на холоде? Она в комнате? Да какая? Ну, сейчас же тепло. Матушка, соберите, она у Василины ночует. Это Елена возьмет. Да, не знаю. Да. Могу ли я? Нет, тогда поедем. Завтра откушаешь. Будет ей место? И поедем. Да, она с нами приехала. Я с кишком. Куда, подожди. Обожди. Подожди. Когда раз отвезли, сейчас поедем. Зачем делать? Сохранили. Только тогда была другая икона. Машина сейчас подана. По ограде подходите. По ограде подходите. Сумка ваша. Нужна она вам? Я испугалась, куда сумка лежит. Сдаем Евангелие. А кому, я не знаю, некому было раздать. Как нужно? Здесь можем раздавать? Здесь, да. А? Можем? Да, здесь. А куда вы побежали? Там дома-то никого нет. Ну что, поделись, пока я дошла бы. Нет, с Богом. Он не видит. Машину сейчас подгоним. Бабушка. Вон он, вот дай сюда. Не упади ты, как я. Теперь не на шаг, стой рядом. Подойди рядом, на расстоянии руки, чтобы от него был все время. Он идет, если за ним иди. Владимира заряд на что взял? Что-то не зарядилось, ничего. Не знаю. Брался, что ли? Не знаю. Полдня стояло и не зарядилось. Не знаю, брат, ничего не могу сказать. Ничего не знаю. Возьмите вас, чтобы выйти. Ну что?
время он пошел, сейчас подойдет. Машину сейчас забрать, у тебя машинка здесь. Подарок господин. Не надевай, не надевай. Женя, пойдешь, пошли. Ну что, все, машина? Женя, вон он, вон он. Я не беру. По слову Богу. Никогда. Да. А зачем? Вещи еще что-то не расставляют. Видишь? Зачем? Я должен выйти подарок. Что там слышишь? Мы на пасеку берем воски и ждем. Слава Богу, чисто должно быть. Да. Огарки не воровать, написано, все сожжения. Мы накажем, что вы ошибаетесь, не хотите убедить. Нечисто, это называется мерзость. Мы какой-то бережем, а терем голову. Для Бога пришли. Нечистая, нечистому. А здесь полную не то. А нам не надо смотреть сюда. Мы должны себя отвечать. Зато я не отвечаю. Там своя проблема. Я тебе говорю, поняли? Но я не выдумку говорю. Я просто Артем Сорочкин сказал. И так понятно. Жертва чистая. Ну да. И масло. И все сожжение. Должно быть, по идее. Да. Масло, лампадки. Берем воски, наши сестры, идите в сад. Мы не покупаем, но там больше не заплатим, но зато чисто. Дай Бог вам много благодарен. Пошли, пошли. А вы зачем ходите это здесь? А куда? Я бы давно бежала. Я снимаю Игнатьевну, а сейчас вы тут стоите. При чем тут я? В другой раз я уже буду бежать. Вы задержали? Так, наша машина сейчас подойдет. Садимся сразу. Вон он разворачивается. Так, возьми матушку за руку, сказал. А я ее держала. А ты держишь, все, прям так и держишь. Самая маленькая, вот начинает, это что, старушня вредная. Больно же руки-то. Четыре надо каких-то дать охраннику. Вот он подержать, давай, сюда. Все, с Богом. Сумка упала.